На конкурс дети читают стихи. Здравствуйте, меня зовут Мамедов Антон, мне 10 лет. Я ученик 4 А класса ГБОСОШ номер 13 города Чапаевск Самарской области. Мое стихотворение написал Сергей Есенин. Называется оно «На Кавказе». Издревле русский наш Парнас тянуло к незнакомым странам, и больше всех лишь ты, Кавказ, звеня загадочным туманом. Здесь Пушкин в чувственном огне слагал душой своей опальной. Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальный. И Лермонтов тоскулича нам рассказал про Азамата, как он за ложечка с бича давал сестру за место злата. За грусть и желчь в своем лице кипение желтых рек достоин. Он как поэт и офицер был пулей друга успокоен. И Грибоедов здесь зарыт, как наша дань персидской хмари. Подножие большой горы он спит под плач Зурны и Тари. А ныне я в твою безглядь пришел, не ведая причин, родной ли прав здесь обрыдать или подсмотреть свой час кончин. Мне все равно, я полон дум о них, ушедших и великих, их исцелял гортанный шум твоих долин и речек диких. Они бежали от врагов и от друзей сюда бежали, чтоб только слышать звон шагов, да видеть гор глухие дали, и я. От тех же зол и бед бежал, навек простясь с богемой. За не созрел во мне поэт с большой эпической темой. Мне мил стихов российский жар, и с Маяковской есть и кроме, но он их главный штаб смоляр поет о пробках в Моссельпроме. И клюв ладожский дичок, его стихи как телогрейка. Но я и вслух вчера прочел, и в клетке сдохла канарейка. Других уж нечего считать, они под хладным солнцем зреют, бумаги даже замарать, и то как надо не умеют. Прости, Кавказ, что я о них себе промолвил ненароком. Ты научи мой русский стих Кизеловым строиться соком. Чтоб, воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмы забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой. И чтоб одно в моей стране я мог твердить свой час прощальный. Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальный. Спасибо за внимание.